Ивановские либерал-демократы готовят маленьких горожан к школе. Посетителям Степановского парка ЛДПРовцы вручают дневники, тетради и ручки. Все, естественно, с атрибутикой партии. Как говорится, электорат нужно завоевывать с молоду. Как раз именно молодежь является костяком нашей партии, поэтому, поскольку молодежь любит и нашего лидера Владимира Вольфовича Жириновского, и нашу партию, поэтому я уверен, что молодежь с радостью будет принимать данные тетради, дневники. Эпатажной персоне Владимира Вольфовича школьники и вправду симпатизируют. И даже имеется минимальный набор знаний о деятельности этого политика. Знаю, что он свою кандидатуру на президента, но он это проиграл, что ли. А как тебе вообще Жириновский, как личность? Так в среднем нормально. То, что на обложках не какой-нибудь мультяшный супергерой, а самый настоящий, политический, школьников не смущает. Говорят, что с радостью будут решать самую обычную математику в такой ЛДПРовской тетрадке. А уже в дневник от самого Жириновского ни у одного учителя не поднимется рука поставить двойку. Ну, я перехожу в третий класс. Необычно цветные тетрадки или классические, но сейчас, я думаю, заведу вот это вот. Дневники и тетради либерал-демократы будут раздавать в парке каждую субботу вплоть до сентября. Обзавестись бесплатной канцелярией ивановцы смогут с 11 до 15 часов. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.